Вы на канале «Солнечный дворик». И с вами я, Елена Бородина. И всем доброго утра. Осенние краски тоже хороши. Посмотрите, какой чудесный у нас солнечный шарик из хризантем. Вот видите, они начинают распускаться. Так что не только весной и летом цветочная красота, но и осенью. А эти осенние краски, смотрите, как они прекрасны. И даже вот эта осенняя красота тоже прекрасна. Я гуляю по своей территории не просто так. У нас сегодня стало утром, а у нас нет света. Когда нет света, это просто жизнь останавливается. Если нет света, то газовый котел не загорается. И что происходит? Нет тепла. Если нет света, то насос из скважины воду не качает. Значит, что в доме? Нет воды. Вот так мы теперь зависим от этого электричества. Света нет, тепла нет, воды нет. А что же нам делать? А нам надо выйти на улицу и поснимать красоту. Но самое страшное, что наш модем-роутер тоже скоро не будет давать интернет. Смотрите, какие яблочки у нас еще остались на яблоньке. А какие желтые красивые листочки здесь. Это я плохую информацию показываю вам и красоту. Здесь у нас, конечно, Робин рядом со мной. Если я вышла рано, то надо быть всегда рядом. Робин, ты где там за листвой? Тебя не видно. Поэтому скоро не будет интернета, но этот ролик выйдет однозначно. Потому что меня мои подписчики и мои гости ждут, что я выйду в прямой эфир и буду раздавать солнечную энергию, чтобы день был прекрасный и удивительный, и чтобы прошли все ваши болячки. Но сегодня эфира не будет, потому что на моей сим-карте очень слабый интернет. А роутер, батарейка скоро сядет. Света нет, оказывается, давно. Председатель не говорит никакую информацию, поэтому мы просто радуемся новому дню. Вот показываю осенние краски на нашей территории. Смотрите, сколько листьев опало. Вчера был солнечный, теплый день. Вчера это было вчера, а сегодня все листья уже на газоне. Поэтому, по идее, надо бы включить газонокосилку и газонокосилкой собрать всю эту листву. Но нет электричества, опять все к одному и тому же. Как мы все зависим от этого электричества. Смешно сказать, а воду принести моим питомцам? Эти красавцы хотят пить. Проверим, есть ли у вас тут водичка. Ой, водичка пока есть, и на день вам хватит. Но у нас до 15 числа еще не отключена садовая вода. Поэтому, если что, налью ваши канистры оттуда. Сейчас сходим к цыпляткам. Сначала идем к самым маленьким. У вас еще водичка есть? Ну и очень хорошо. Вчера у нас прошел дождь, но смотрю, здесь у нас ничего не течет. Все сытые, все довольные. Чего не скажешь, наверное, о 4-5-месячных.
Идемте, сходим туда. А, не, у меня на диете. Вот мы в другом пристрое. А тут музыкальные разливы. Какая-то курица хочет снестись. Ты хочешь снестись? И что вы оттуда? Опять-то выкидывали все сено? А чего кричишь? Ладно. Через пару дней, как освободимся немножко от завоя, сделаем вам там нормальное гнездо. Ну, здесь, я думаю, тоже все у нас в порядке. Давайте-ка я вас выпущу на улицу. Так, а что, вы мне яйца нисколько не даете? С утра пораньше яиц не нанесли? Ну-ка, давайте посмотрим вот этот уголочек. Разбегайтесь. Нет, яиц нет. А ты где будешь нестись? А? Кричишь? Ну что, давайте я вас выпущу погулять. Этим я еду даю дозированно утром и вечером. Потому что они готовы к забою. И надо, чтобы у них не было жира. Выходите. Я вас выпускаю. У нас такая конструкция, чтоб тины не было. А то с крыши вот этого новенького пристройчика вода льется прямо сюда. Мы его поспешно строили. Даже не подумали, что вода-то будет литься на территорию загончика куриного. Ну, зиму мы будем крышу убирать, его разбирать. И поэтому что-нибудь придумаем. Наши цыплятки толстенькие и тяжеленькие, поэтому мостику даже не ходят. Вот смотрите, как они интересно ходят по мостику, кто сюда забирается. Вот они как ходят, вот они какие тяжелые. А так все ходят в обход. Я им открыла калитку и выпускаю их на территорию огорода. Здесь у нас была грядка морковки, а тут у нас была помидорка. Видите, сколько у нас травки? И я хочу, чтобы верхнюю травку поклевали всю цыплята. Потому что перекапывать мы не перекапываем. У нас затопляемая территория. Ну, как она затопляемая? Раз в 11 лет, когда наша Жигулевская ГЭС неправильно сбросит воду. Тогда Волга заливается в наше озеро и за задами приходит на нашу территорию. И чтоб не смыло нашу землю, мы ее не перекапываем. То есть корни держат землю и никуда она не денется. Поэтому пусть они клюют семечки, клюют верхний слой, а корни остаются в земле. Вот видите, как они мне помогают убирать травку, но укрепляют землю. Вот я коротко вам сделала обзорчик моего хозяйства. А мы эти дни все занимаемся забоем пятимесячных. И у нас очень хорошие результаты. У нас петушки четырехмесячные. Пятимесячных у нас же нет петушков. Я снимала ролик, что мы их забиваем, потому что они топчут наших курочек и ломают им ножки своей тяжестью. Остались петушки только четырехмесячные. И вес их порядка 6 килограммов. Ну как порядка? 5,995. Это уже 6 килограммов. Какой-нибудь ролик я ставлю вам, результат забоя. А сейчас я хочу, пока есть время и нечем заняться, света нет, сходить с вами на озеро.
Вышли мы за территорию и идем на озеро. Вот видите, было бы у нас электричество, не было бы прогулки на озеро. А сейчас все дела остановились. Поэтому можно сходить и на озеро. Тем более озеро у нас в 20 метрах от калитки. Вот такой у нас здесь пожарный проезд и выход на озеро. Дома, которые стоят вдоль дороги у нас с правой стороны, все выходят на территорию озера. Все дома вдоль озера. Ой, здесь дикие утки, целая стая. Ой-ой-ой-ой, я вам не успею, наверное, заснять, они полетели. Конечно, не успели. Я спугнула их. Вот они летят, если вы увидите. Нет, уже полетели. И вы такую красоту не увидели. Вон они летят. Нет, не видно вам, уже очень далеко. Но здесь своя красота. Смотрите, как здесь здорово. Вот это осенняя подзарядка. Вот это осенняя красота. И мысли только о хорошем. Я закругляюсь данным роликом, потому что он слишком долгий. Сообщаю всем, кто ждал моего стрима утреннего, что я выйду прямой эфир сегодня вечером. И мы с вами все, кто что хотел, все получим. Все будем заряжены солнечной, жизненной энергией. Я желаю вам хорошего дня. Пусть солнышко будет в вашей душе, в вашем сердце. И пусть день вам принесет только счастливые и радостные минутки. А с вами была я, Елена Бородина. Не забывайте заходить ко мне на канал и смотреть мои видео. Снимаю все для вас, мои любимые. Кто не подписался, подписывайтесь на моем канале. Будете заряжаться солнечной энергией. Удачи вам, счастья, здоровья, любви мои хорошие. Солнечная энергия входит в ваше тело и омывает все красным, красным светом. Люблю вас всех. Пока-пока.